Всем привет! Это Walk from Ukraine 2. Со мной Катя сегодня. Мы идем искать детского доктора. Избирать педиатра идем. Как я рассказывал, тут выбирают педиатров. И вот мы сейчас идем. Уже такая жара, просто я не знаю. Сейчас у нас по времени 1:30, но реально очень жарко. Очень жарко. Градусов 27, наверное. Да. Градусов 27. Катя идет. Жарюсь. Катя жарится, держит стиль. Я уже вот весь по-летнему в бриджах, в футболке. Ну, уже на самом деле очень жарко. Так что у нас план сейчас такой. Мы сейчас идем, спрашиваем одних докторов. Возьмут они нас, нет, какие нужны документы для этого. И потом идем на КТГ. Да, надо узнать еще медкарточку. Ну, короче, там я узнаю насчет процедуры. И расскажу вам потом. Мы дошли до дома здравия. Испеклись. В блоке 5. Спеклись полностью. Жара. Ой. Зашли мы, короче, в дом здравия за бебицу узнать. Прямо, да, понятно? И, короче, надо родить сначала. Сказали, родите, через 15 дней придите, а потом будем все дела решать. Да. Но процесс обычно такой, что надо с фирмы брать справки. И на эту фирму потом и ребенка, получается, оформляется. То есть без ВНЖ, без работы вы тут вряд ли сможете бесплатно получать медицинское обеспечение своего ребенка, страхование. Да. На тебя делаю кадр. Да. Ты же идешь рядом. Не да. Надо. Так что у нас уже. Да, у нас уже очень тепло. Не то слово, что тепло. 4 часа дня, а жара, да, сильная. Нормально, как меня вести. Да. Обратно на такси. Окей, увидимся. Мы сходили к доктору, и мы теперь идем по центру, практически по центру. Вот так вот выглядит тут некоторая площадь. Вот так выглядит некоторая площадь, тут пальмочки, машины. Такие здания. Ну, я не буду идти, я просто постою. Ну, Катя идет с мячиком. О, и фонтан уже запустили. Запустили фонтан. И, короче, доктор сказала, све окей. Последний да. раз еще. Она говорит, наверное. Све хорошо. Она старается по-русски с нами говорить. Так что это, ладно, я не буду снимать пока дорога. Пауза. Да, и, короче, она сказала све добро. Фоткать, а видео не? Нет. Остановись, а как я тебе? Все закончился. Так вот, никак не закончу. Катя пофотографировалась наконец. Это новый комплекс такой. Бизнес-центр построили. Смотри, там паркинг. Да, и красивый. Можно камень домой себе внести. Хватит уже в Крыму. 2 года мне камень. Или 5 лет на балконе камни валялись для рыбы. Да. И единственное, что скажу, это то, что так жарко уже, я не знаю, да. чего ждать от... Я думаю, будем прятаться. Да, будем прятаться, наверное. Думаю, будем прятаться. И... И СВ. О, штыки. Все, да. Такие штыкинечки тут. Вот, это. Банки тут еще. Тут, может, где-то снимать нельзя, я не знаю. Так что с доктором она сказала... Не спешите, все будет хорошо. Угу. Родите, когда родите, но Катя говорит, может, сейчас. Леша не хочет укольчик сделать волшебный, который же сегодня сделает бэбу. Нет, чекаю. Чекам. Так что это. Все. Всем удачки. Подписывайтесь на Twitter, на канал. И до встречи в следующем видео. Пока.